Денис Васильевич, добрый день. Добрый день. Вы уже пришли с подготовленным пакетом документов? Угу. Прошу. Пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» серьезный. Начиная с диплома об образовании, заканчивая государственными наградами. Обязательно заявление. Заслуженный артист России Денис Майданов признается, для него решение баллотироваться в Государственную Думу не спонтанное. «Единая Россия» потому что это партия в первую очередь нашего президента. Я был доверенным лицом президента на выборах в 2018 году. Чем горжусь и считаю, что это большая честь и большая ответственность. Сейчас я бы хотел продолжить помогать нашей стране, помогать нашему президенту, потому что наши ценности совпадают. После сверки документы приняты. Денис Майданов будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Утверждение, что Майданов Денис Васильевич. Проведение предварительного голосования по кандидатам для последующего движения от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. Предоставил все документы. Также документы на участие в праймерис «Единой России» подали действующие депутаты Московской областной думы Аднара Фоминского и Русского округов Александр Баранов и Татьяна Сердюкова. Предварительное голосование в Московской области пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн с 24 по 30 мая. С его помощью единороссы смогут узнать, кого жители хотят видеть кандидатами. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, и получат поддержку партии на выборах, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».